Избили и ограбили подростка, аварию придумали, чтобы избежать ответственности, и грузина депортировали в Турцию. Далее в выпуске сводка коротких криминальных новостей. Два часа ночи по улице Рустави избили и ограбили 16-летнего подростка, отняли мобильный. Как выяснили правоохранители, преступление совершил 17-летний местный житель. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу. Ночью в одном из сел Акимовского района произошло ДТП с пострадавшим. Двое местных сообщили, что втроем шли по обочине улицы, когда на их товарища наехала и скрылась иномарка. Однако, как выяснили правоохранители, трое молодых людей сами совершили ДТП. Они ехали на мотоцикле Иж-3 с прицепом. Ранее судимый водитель не справился с управлением и попал в траншею на обочине. В результате аварии пассажир, житель Мелитополя, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Поврежденный мотоцикл найден и изъят. 45-летний гражданин Грузии прибыл на территорию Украины и во время паспортного контроля в аэропорту Запорожье не смог подтвердить цель пребывания и не предоставил обратный билет. Сотрудники пограничной службы отказали ему в пересечении границы, а он вызвал патрульных. Патрульные связались с миграционной службой и установили, что мужчине было отказано в украинском гражданстве в 2015 году в Ужгороде. Пограничники приняли решение вернуть иностранца за пределы государства, именно в Турцию, поскольку он оттуда прибыл. We'll be right back.